Приветствую всех на канале, подписчиков, случайных зрителей. Сегодня я, ребята, нашел аж две интересные монеты, которые мне попались на сдачу. Первая монета 10 копеек 2015 года. С выкрашкой здесь двоечка с лишним металлом. Это я на почте получил сдачу. Ну и самая интересная монета, довольно такая редкая. Я ее находил только в своей копилке. С обихода я не находил такую монету. Это у нас штампик 2-1-BAM. Здесь во второй раздел получается тупоугольный треугольничек и последняя ягодка меньше остальных. Сейчас я вам покажу в микроскоп эту монетку. Я думаю, уже в принципе все, кто видел ее, видел. Начнем с 2015 года. Вот выкрашка здесь. Металл лишний в двойке. Такой конкретный залипший, я увидел ее сразу, не знаю, насколько ценный этот брак, но все-таки брак. Ну и, ребята, самая интересная монета — это штамп BAM. А именно монета 2-1-BAM. Вот такая маленькая ягодочка здесь во втором разди. Так что, ребята, вот перебираешь в огромных количествах монеты, даже мешками. А вот такие, ну, монеты по именно как БА попадаются вообще очень-очень редко. Так что, ребята, вот такие сдачи. Обращайте внимание на монеты, которые получаете на сдаче. Всем удачных поисков. До скорых встреч. Всем пока.